Сначала мы заводим отношения. У нас ничего не было. Была жизнь пустая, скучная. Завели отношения, хоть какая-то радость появилась, быстренько накрутили на эти отношения, счастье, радость, все на нем завязано, гвоздь программы. Продолжение этих отношений какое? Всегда причем, всегда, нет исключений. Тревога. Тревога. Все же на нем? Табуретка на одной ноге? И если эта нога уйдет, умрет, или если ее гормоны к другой тетке унесут, что делать буду, да? И женщина постоянно крутит вот эти страшные картинки. А если, а если, а если, а если, а если. Почему? Потому что очень часто нет своих денег, или там 3 копейки какие-то, нет своей жилплощади, полностью зависимый, знакомых, подруг, связи нет, ничего нет, пустыня. Один мужик есть, и вокруг мы танцуем. Это всегда сигнал, что не о мужчине надо думать. Умрет, уйдет, изменит, что он там, что с ним случится. Нужно думать о себе, о своей самодостаточности. Что мы можем и должны сделать уже сегодня в сторону нашей самостоятельности?